Всем приветики из Дубая. Да. Дыры. Из дыры Дубая. Мы для себя какой-то просто другой Дубай открыли, не тот, который мы видели, скажем так, на картинках. Да, конечно, тут и здания, и все дела. Но мы вот начали свое, скажем так, знакомство со страной, как Макс называет, с дырой. Ну, то есть с райончика, который называется Дейра. Близ старого города мы живем. Вот сейчас мы из первого отеля уезжаем, в котором мы четверо суток пробыли. Четыре ночи пробыли. Вот. И направляемся в другой отель, тоже в дыре. Почему выбрали это место? Ну, как бы, вообще-то, мне кажется, не очень удивительно. Почему? Потому что здесь дешево. Вот если за этот отель там 23, по-моему, что ли, тысячи получилось за 4 ночи, то в тот, который мы сейчас поедем, там вообще 13. Сначала больше было, потом Макс отказался, перебронировал, и получилась цена ниже. Ну, он такого же типажа, я думаю, будет. Мы прилетели 30 января. Сегодня 3 февраля. За все это время я не сказала ни слова, не записала ни одной эмоции. Я просто кусочками снимала видео. Чуть-чуть попозже, когда у меня появится настроение, сяду и расскажу, что мы делали все эти дни. Вот сейчас мы стоим на остановке, ждем автобус. Короче, вот. Мы здесь прям долго ходим. Мы вспомнили Юго-Восточную Азию, когда мы там очень много ходили. Вот, здесь, собственно, у нас так же получается. Ну, все равно мы здесь, конечно, на транспорте ездим, не так, как в Юго-Восточной Азии. Там мы пореже ездили на транспорте, но, тем не менее, ходить здесь приходится чаще. Все, приехал наш автобус, мы поехали путешествовать. С автобусом нам, на самом деле, очень повезло сегодня. Мы реально его не ждали. Вот за все эти дни, пока мы тут были, минимальное количество времени, которое мы ожидали автобус, это было 25 минут. Начиная с аэропорта, заканчивая городским движением. Ну, это наш стиль путешествий, скажем так. Ну, мы, конечно, не ожидали, вот, ну, никак, что мы вот в Дубае, в Арабских Эмиратах, снова окунемся вот в этот вот ностальгический свой... Блин, я даже не знаю, как это назвать, я не хочу обзываться, как-то плохо это называть. Ну, в общем... Просто надо посмотреть, наверное, как это все выглядит. А еще плохо то, что мы выбрали такие отели, которые не так просто найти. Мы как приехали, вот это наша Урека, что-то в этом духе, короче, нам местная, ну как, приезжая местная, наверное, помогла найти. Потому что сами мы никак не могли... по этим квартальчикам сориентироваться. Ну, у нас интернета не было. И здесь сейчас тоже. Вообще мы не знаем, да, тот мы отель пришли или не тот. Макс, как у тебя самочувствие? Чё сидишь? Молодею. Молодеешь? Вспоминаю молодость. Почему? Ну, потому что лет 9 назад я так же гонял по таким местам. Каким? Замечательным. Душевными такими, человеческими, житейскими, грязными. Грязными смогла на вкус. Рестораны московские присытились вот этого подавания. Нас выпроводили из отеля, сказали, в час будет заселение, время 12. Мы пошли пока перекусить. Нам нужно сегодня успеть на паромчик, лодочку, как она там называется, на Доу, да? На Доу мы в Шарджу поплывем. Доу, я не знаю, что это значит, Доу. Доу – это деревянная лодка, национальная вот эта. А остальное – это как он, ферри. Ну, наверное, у нас ферри вообще. Другое.
Ну, короче, наверное, на ферри мы поплывем в Шарджу, если мы успеем, конечно. В три отправления, еще будут билеты. До вот это частные штуки, а мы государственные, наверное. Вот. И поэтому нам надо желательно пошустрее заселиться, пошустрее доехать на причал, с которого отплывают, отходят эти паромы, буду называть их так. Если не успеем Шарджу, то будем выдумывать, чем заниматься. В каком прекрасном месте мы живем? Ну, другой Дубай, обратная сторона. Номер чутка попросторнее, в отеле тихо, спокойно, ну он такой, наверное, чутка постремнее, но тем не менее, блин, в нем как будто чуть больше раз. Вот такой у нас шикарный вид из окна, с одной стороны, с другой стороны у нас живут птички. Приехали в даунтаун, сидим на лавке напротив Бурдж-Халифа. Мимо нас проходит много русских, которые идут в Дубай-молл, по всяким достопримечательностям. Мы сразу из метро вышли, зашли в здание, которое это SkyViv. Хотели купить, значит, экскурсию, ну не экскурсию, а подъем туда наверх. А стоит он 160 дирхам за двоих, ну, то есть по 80 с человека. Но даже это мы зажали. Ну, Макс хотел, я что-то как-то не знаю. Ну, блин, я не вижу в этом ценности, серьезно. А еще подняться, и вдруг сейчас будет вот это от солнца печеного дымка, это будет прям очень обидно. Вот, а чтобы на эту Бурдж-Халиф подняться, еще надо вдвое больше, наверное, заплатить. Да, Макс? Сколько он стоит? 4,5 тысячи рублей где-то, наверное, стоит это. Вот. И, короче, тем более туда не хочется. Вот мы сели на лавочку, сидим, смотрим, наслаждаемся видами на свежем воздухе. Все очень хорошо. В общем, чтобы попасть на вершину Бурдж-Халифа, нужно зайти в Дубай-молл и оттуда уже заходить. Вот. А на фонтаны, чтобы пройти, это там вокруг обойти надо. Но вот к самому, скажем так, подножию, ну там типа все огорожено, короче, это резиденция самого вот этого Бурдж-Халифа. В общем, там охрана, не пускают, короче. Ну, сейчас 4 часа, фонтаны начинаются в 6 часов вечера. Каждые полчаса они будут идти, пока у нас, значит, 2 часа есть.
Вот привет из будущего. Дубай Молл. Узнаете ромашку? СССР был страна будущего. انت من تنساني اكثر قلبي مو